Я приветствую коллекционеров, покупателей, да и просто зрителей моего YouTube-канала. Девочки и мальчики, я представляю вашему вниманию большой охотничий, такой пацанский мужской нож. Это все Советский Союз, знак качества. В очень хорошем, я бы даже сказал, прекрасном состоянии. Так, сейчас покажу ножны. Такая кожица обычная, с небольшими такими вот гравировочками. Застежечка работает корректно. Потертости, царапинки, ну такое. Ну, там не столь важно. Важно. Вот, смотрите, какой вот клиночек. Причем еще обратите внимание, номерной М9927. Это магнитная сталь. Марка неизвестна мне. Хранился он, знаете, так вот был в смазочке, в каком-то таком солидоле. Я вот просто тряпочкой протер. Он вообще шикарный. Шикарное хранение. Лежал под диваном. В этом чемоданчике, а в чемоданчике еще штук 5 таких разных, похожих. Смотрите за моими обзорами, за моими продажами. Ассортимент сегодня у меня будет широчайший. Такое ощущение, что он вообще в работе не был. Но все равно обозначу его как БУ. Так, что еще хотел так сказать. Цена его 6 рублей. Он значок завода, быстрее всего, изготовителя. Ручка это вот этот пластик карболит какой-то. Трещин нет. Эти все кусочки алюминий. Быстрее всего, возможно, какой-то другой металл. Он очень похож на алюминий. Размеры его вот чуть больше 25 сантиметров, наверное, сантиметров 27. Так он такой вообще козырный. Обалденное состояние. Переходите по ссылочке. Тут охотничий ножичек уже сегодня у меня в продаже. Претензии возврата, еще раз повторюсь, не принимаю. Отправляю только новой почтой.